Чрезвычайная ситуация на телеканале «Беларусь-4», в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Новый год не за горами. Совсем скоро люди шагнут в 2017. Каким будет год, трудно сказать. В последнее время из-за часто меняющихся событий на международной арене что-либо предсказывать просто бессмысленно. Кто следит за этим и сам найдет для себя ответы. Не будет заниматься предсказаниями подобного рода и программа «Чрезвычайная ситуация». Как всегда, мы сконцентрируем внимание на главном, на том, что касается каждого из нас. Новый год уже стучится в двери и хочется незабываемого атмосферного праздника. И вот как раз-таки здесь важно поднимать одну простую вещь. Праздник возможен только там, где безопасно. Сегодня мы поговорим о рисках, которые сопряжены с радостными датами в календаре, и о том, как эти риски избежать. Практикой работы аварийно-спасательных подразделений давно доказана простая истина. Лучшие условия для возникновения ЧС всегда создает сам человек. Пожары, аварии и прочие происшествия – это результат отсутствия двух факторов – внимания и контроля. Эти функции человеческого сознания в первую очередь и вытесняет алкоголь. К сожалению, на постсоветском пространстве культура употребления спиртных напитков до сих пор оставляет желать лучшего. Количество алкоголя, которое у нас в новогодние праздники разметается с прилавков магазинов, в 10 раз превышает объемы реализации спиртного в эти дни в Европе. Парадокс, вроде бы живем не лучше, а пьем больше. И действительно, на линию 102 после 2-3 часов ночи 1 января поступает значительный ряд сообщений о том, что в семьях происходят скандалы, хулиганят соседи или громко играет музыка. Состояние алкогольного опьянения – главное условие возникновения большинства пожаров на территории Беларуси. В 70% случаев, которые закончились трагически, люди злоупотребляли спиртным. Если в вашей семье курит кто-то из членов семьи или позволяет себе даже уже, может быть, лечь в постель сигареты, в первую очередь необходимо поговорить просто с ним, чтобы не допускать именно самого факта присутствия человека в постели сигареты. Что, как правило, если человек уже лег, позволил себе один раз в жизни это сделать, ничего не произошло, то он будет делать это и впоследствии уже. Ежегодно сотрудники МЧС и другие субъекты профилактики борются за стабилизацию обстановки, связанной с возникновением в Гомельской области чрезвычайных ситуаций. Дорога каждая спасенная жизнь. Только вдумайтесь в эти сведения. За 2016 год в Беларуси произошло 5325 пожаров, на которых погибли 471 человек. Огонь навсегда забрал жизни у 7 детей, а прямой ущерб от возгораний составил 30 миллионов деноминированных белорусских рублей. В Гомельской области за отчетный период удалось уменьшить количество чрезвычайных ситуаций на 12%. С начала года было зарегистрировано 780 пожаров. Погибло 68 человек, что на 20% меньше, чем в 2015. Число пострадавших сократилось на 13%, а общий ущерб от пожаров составил почти 5 миллионов белорусских рублей. Между тем, привычка курить в постели в сочетании с пристрастием к алкоголю не единственное, что сегодня волнует инспекторов пожарной безопасности. Люди не владеют элементарными знаниями о том, какую угрозу представляет угарный газ. В деревнях часто закрывают заслонки в печах, пока процесс горения еще не завершен, а в многоквартирных домах проявляют легкомысленность по отношению к обязательной проверке газового оборудования перед началом отопительного сезона. Угарный газ тяжелее воздуха, поэтому автономным пожарным извещателем, к примеру, он обнаружен не будет. Он прозрачный, он без цвета, он без запаха. И в зоне риска в таком случае становятся уже, если люди в этот момент спят, становятся люди непосредственно на кроватях. Зимой бытовые отопительные приборы в домах являются источником тепла и комфорта, но нельзя забывать, что они также служат источником повышенной опасности, если к их эксплуатации подходить безрассудно и безответственно. Вот иногда посмотришь на работу сотрудников правопорядка со стороны и понимаешь, что отдых у этих людей практически отсутствует. Здесь не берется в расчет положенный по трудовому законодательству отпуск. Имеется в виду ежедневная занятость сотрудников правопорядка, служб спасения и экстренной помощи. Посудите сами, что не праздник, они на работе, что не массовое мероприятие, служба зовет. Я уже не говорю про Новый год. Встретить его на дежурстве – привычное дело. О том, с чем сталкиваются эти люди, охраняя закон, наш следующий сюжет. Охрана общественного порядка – приоритетное направление работы правоохранителей в праздничные дни. Пока основная масса населения встречает Новый год, эти люди на улицах обеспечивают покой и безопасность. Основной причиной совершения грабежей и хулиганств является чрезмерное употребление спиртного.
Одни не отдают отчет своим действиям, а другие уже находятся в таком состоянии, что с ними можно все, что хочешь делать. Как и в случае с пожарами, алкоголь – главный мотиватор драк и беспорядков. И хоть благодаря вездесущим в празднике патрулям такие ситуации никогда не получают развития, они все же происходят, и их было бы значительно больше, если бы не бдительность сотрудников правопорядка. В целом, хочу отметить, у нас на сегодняшний день на территории Гомельской области наблюдается снижение общего количества поступающих сообщений о семейных скандалах и, соответственно, бытовых убийств, бытовых тяжких телесных повреждений. Но в новогоднюю ночь действительно количество звонков о бытовых скандалах резко увеличивается. Уже давно доказано, что в состоянии алкогольного опьянения люди способны на крайние поступки. Пример 2015-го – убийство двух человек в Светлогорском районе. Пропустив несколько стаканов водки, сожитель приревновал к брату свою избранницу. Пошел на кухню, взял нож и по очереди нанес возлюбленной и сопернику удары. Расправа произошла 1 января. Судом обвиняемому было назначено наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима. Алкоголь притупляет чувство страха. Именно по этой причине каждую зиму на неокрепший лед так тянет рыбаков. Ради улова они готовы бросить вызов любым погодным условиям и выйти на лед даже тогда, когда он не толще картонного листа. Удивительно, но среди более чем 10 рыбаков, которых мы повстречали во время съемок, этот человек оказался единственным, у кого имелись индивидуальные средства спасения. У всех такое есть? Нет. Если я сегодня на льду, так это у меня такого одного. Если лед недостаточно прочный, то попадание в воду равносильно медленной смерти. Это касается тех случаев, когда утопающему некому помочь и когда у него нет при себе ни жилета, ни зацепов. На тонкий лед выбраться практически невозможно. Он ломается, а в холодной воде человек способен продержаться не более 15 минут. Должен иметь линь, веревку, желательно, чтобы она была обвязана вокруг пояса, чтобы легче было подать ее тем людям, которые спешат на помощь. Факты гибели рыбаков на льду фиксируются в Гомельской области ежегодно. Если человек подвергает себя глупому риску, значит, он не беспокоится ни о себе, ни о тех, кто ему дорог. Ученые доказали, что в состоянии веселья, всеобщего праздника и радости человек плохо отдает отчет своим поступкам. И чем больше в компании насчитывается людей, тем лучше работает эффект коллективного бессознательного. То есть люди идут на поводу у своих друзей, коллег и даже сами этого не замечают. А если вспомнить, кто у нас на праздниках главные заводаторы и генераторы бредовых идей, как правило, это подвыпившие участники веселья, то в случае с чего вряд ли получится логически обосновать причины того или иного поступка. Возьмем ту же пиротехнику. Использовать ее нужно с умом, соблюдая при этом все меры предосторожности. Но кто у нас думает о каких-то правилах, особенно уже после того, как пробили куранты и люди встретили Новый год? Далеко не каждый. А ведь в этом кроется главный постулат новогодней безопасности. Интернет и магазины сегодня предлагают просто космический выбор пиротехнических изделий. Фееричность красочных взрывов зависит от размера вашего кошелька. Поэтому всегда находятся те, кто предлагает людям сэкономить и купить петарды сомнительного производства. В городе Жлобине молодой человек грубо нарушает технику безопасности общения с пиротехническими изделиями, совершил поджог этого пиротехнического изделия, в результате ему были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Через два дня он скончался в больнице города Жлобина. Существует несколько классов опасности пиротехнических изделий. В Беларуси к официальной продаже допускаются петарды первого и второго. Продукция, которой присваивается третий класс и выше, продается только людям, прошедшим специальную подготовку по использованию пиротехники такого вида. Поэтому в широком доступе этих изделий не найти. Мы не продаем продукцию детям младше 15 лет. Вот. Ну, приходится просить также документы различные подтверждающие. Вот. Ну, конечно же, у детей интерес достаточно высокий. По закону детям, не достигшим 15-летнего возраста, петарды продавать запрещено. Штраф до 10 базовых величин. Но правоохранители очень часто выявляют случаи нарушения законодательства. Ну, в первую очередь изучается класс пожарной опасности реализуемых пиротехнических изделий и допустимость их реализации в той или иной торговой точке.
Еще лет 10 назад на торговле пиротехнической продукцией в преддверии новогодних праздников не зарабатывал только ленивый. Почти никто не предоставлял сертификатов, и приобретение таких изделий было делом риска исключительно покупателей. Сегодня многое изменилось. Во-первых, такого рода торговля жестко контролируется. Во-вторых, условия ведения бизнеса просто заставили предпринимателей выйти из тени. Пример – данные статистики. Если еще в прошлом году в Гомельской области количество фактов незаконной реализации пиротехнических изделий доходило до 200 случаев, то сегодня их немногим более 30. Изъято лишь 21 тысяча единиц петард и фейерверков. Хочется напомнить всем гражданам, что использование пиротехнических изделий в общественных местах, специально не предусмотрено для этого, может повлечь за собой наказание, предусмотренное административным кодексом, статья 17.1 Кодекса об административных правонарушениях, мелкое хулиганство. То есть действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Запомнить нужно одно. Чтобы праздник удался, не стоит покупать фейерверки с рук. Нужно всегда спрашивать на товар сертификат, прочитать инструкцию и запускать салюты в соответствии с правилами эксплуатации пиротехники. Праздник хорош, когда он продуман и лишен случайных неприятностей. Целый год авторы, режиссеры, звукорежиссеры, операторы программы «Чрезвычайная ситуация», подготавливая к эфиру выпуски, трудились над тем, чтобы их содержание и смысл помогали людям предупреждать всевозможные беды, избегать чрезвычайных ситуаций и расширять представление о современных факторах рисков и угроз. Но наша работа – лишь красивое отражение необходимой, многофункциональной и важной деятельности представителей правоохранительных ведомств и субъектов профилактики. В преддверии нового 2017 года им есть что сказать и пожелать жителям Гомельской области. Уважаемые жители и гости города Гомеля и Гомельской области, мы все любим праздники, отдых и развлечения. И, наверное, вряд ли найдется человек, который бы не любил Новый год. Представьте себе его встречу без залпов, салютов. Ну, представить его уже невозможно. Салюты, фейерверки, ракеты, петарды, купить которые достаточно просто, способны создать особое праздничное настроение и принести в наши сердца незабываемые эмоции. В эти предновогодние дни хочется пожелать вам безопасных праздников. Пусть в 17 году все ваши желания и мечты исполнятся, а сюрпризы будут только приятными. Помните и соблюдайте правила безопасности. С Новым годом вас! В 2017 году органы прокуратуры празднуют свой юбилей – 95 лет со дня образования. Прокурор – это сегодня, ну, скажем так, знаковая фигура. Он обозначает позицию государства по государственному обвинению. И, к большому сожалению, в уходящем году прокуроры просили суд постановить приговоры, связанные с применением смертной казни. Иначе как реагировать на те немотивированные, на те жестокие преступления, которые, к сожалению, в уходящем году наши граждане совершили? Поэтому хотелось бы пожелать в новом году нашим гражданам более людскости, как кажут белорусы, более внимательного, уважительного отношения друг к другу, менее конфликтных ситуаций, дабы не переступить черту закона и дабы не столкнуться с прокурором. Уважаемые коллеги, дорогие гомельчане, через несколько дней 2016 год станет историей. Для следователей Гомельщины это был плодотворный и одновременно непростой год. Год, в котором в сжатые сроки пришлось решать многоступенчатые задачи организационно-кадрового и процессуального характера. Выполненные мероприятия должны принести положительный результат в следующем году. В 2017 году следователи Гомельской области будут принимать исчерпывающие меры к обеспечению принципа неотвратимости наказания за содеянное, а также защиты прав и законных интересов наших граждан. Уверен, Новый год будет лучше прежнего. Пусть 2017 год одарит нас счастьем, успехами и благополучием, наполнив наши сердца радостью и миром. Дорогие друзья, Новый год – это не просто начало нового календаря. Это новые надежды, успехи и победы. Мы с уверенностью смотрим завтрашний день. И для оптимизма у нас есть все основания. В нашей стране царит мир и стабильность, ясные и конкретные планы, реальные возможности их воплотить в жизнь. Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут здоровье, хорошее настроение. Пусть радость от выполненных задач на благо народа не покидает вас. Пусть в каждом доме будет достаток, а в семье – любовь. Уважаемые телезрители, дорогие земляки,
Наш белорусский народ, как никто другой, ценит мир, спокойную и померкойную жизнь в родной синеокой Беларуси. Для нас многое значит такое понятие, как суверенитет, независимость и территориальная целостность. И это не просто слова, это наша жизнь, наша действительность. Важнейшей задачей сотрудников органов внутренних дел Гомельщины было и остается обеспечение на высоком уровне общественного порядка, когда любой гражданин может быть уверен в своей безопасности, о безопасности своих детей, сможет спокойно, не страшась и не волнуясь, любое время суток пройтись по улицам родного города или населенного пункта. Вместе с семьей или друзьями встретить Новый год у нашей нарядной елки. Оберегая достижения белорусского народа, мы успешно выполняем ответственные задачи, возложенные на правоохранительные органы. Наши сотрудники всегда готовы встать на защиту жизни и здоровья граждан. При этом они показывают высокий профессионализм, умелые знания и опыт, остро воспринимая чужую беду, проявляют чуткость и уважение к людям. Сегодня, в преддверии Нового года, от всей души желаю всем доброго здоровья, благополучия, достатка, мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех замыслов и начинаний. С новогодними и рождественскими праздниками! Поздравлением руководителей и заместителей начальников структурных силовых подразделений присоединяется и коллектив нашей программы. Пусть в новом году, уважаемые телезрители, ваша ситуация всегда будет оставаться нормальной и никогда чрезвычайной. С праздниками вас, здоровья и благополучия!